Штурм, у тебя, походу, микро сдох. Так лучше? Нет. А вы что, залез? Не-не-не, слушай, очень плохо. Штормы покусали роботы. Ты робот. Скайнет на связи. Роботизированный шторм. Протобаф тут не канает. Элбрю, слышишь меня? Хорошо, тогда что по бафам? Я всем каски раздам? Да. Да, слышу. Ты что там, передохнуть перед рейдом или готов сразу идти? Ты нам, по сути, нужен только на Каратроса. Я на замене с удовольствием посижу, я только это прибежал домой голодный еще. Так что я вас слышу. Ну все, заменит-то. Кого? Спасибо. Это у нас объем 24. Не нужна каска или по нам порту мол кинуть? Каску. Я в ДД. На баф на пулчик. Где у вас рейд позиционируется впервые с вами в ЗСе? И в какую сторону трэш отворачивает от вас получает? Вара, видишь, что у Рена? Маску увидел, да. Вот ты приблизительно здесь находишься и танчишь трэш. Лицо в мою сторону. Думхаммер, чего не хватает? Они авторизацию ждут в ДИСе. Я 5 минут назад всех авторизовал, как там сидел. Там Дамару в рейд просится. Здорово. Да он же это АФК писал, что на 5-10. Ну он мне тут сейчас написал в личку. Ну, сумоньте его. Шкаф еще раз. Я тут тактику на Гидроса придумал новую. Вообще, ебать, галактики. Ловить рыбеху. У дискотеки авария. Фантазер называется. Блэк, не тут стоишь. Вот так вот можешь упереться спиной в деревяшку, тебя даже откидывать не. Для рыбы ничего не сделать, зато отлетать не будешь.
Там есть кнопка, третий спек. У тебя пью, холик. Это а, третий. Я понял. Как это развидеть? Не могу быть просто на третьем месте. Мосса это на медведя. Жунуэн. У тебя какой третий спек? Впервые о нем слышу вообще. Жунуэн, прием. Значит, Мося отдаю. Да какой-то хреновый там урон линканули поскрытно. С трэшем, с рыбками, видимо. Нормальный урон, мне понравилось. 26к, первый раз вижу все такие цифры. Вон тебе по боссу урон. Да это неправильный урон. Тут правильный. Это правильный, чисто в босса. Да не, это неправильный урон. Это хуёвый урон. Да я зато стражей больше бил, нормально. По тактике. Что-то колосс под водой бегает где-то внизу. Что за... Там был киллер нырнул. Купаться пошел. Я понял. Говорит, море люблю. Но с тобой разница по стражам, знаешь какая? 40 тысяч. Значит, рыбок нахуярил нормально. На чего пацанам делал, старался. Да что-то мы дохнем. Иди. Вон он прыгает. Где тихий тема? Я хилю. Тут тип в диване стоит. Ну конечно, 600 тысяч почти по рыбкам. У меня 150 даже нету. Ты смотри, в диване челик стоит, ну выливает будет. Нет, я просто пил, когда поднимался, что-то жирный слишком, и чтоб трэш не вести на рейд, взял диван, дал. Все, стой здесь, бить, не только вот. Видал, да, я с вихря просто моба добил. Ну хорошо, что хоть и сам добился об моба. Ага. Короче, понятно. Чарки с кожевки дают о себе знать. Тупо зачарил наручи. Все, 26к даю теперь. Бля, болезнь. Коронавирус. Сука, бегу. Как там останется вирус распространить? Хекси был киллер. И как два дружка. А где этот самый? Где Мосса? Мосса.
стоят АФК, Мосса и... Почему? В смысле, вот Мосса стоит четко рядом с этим, с мобом, хилит все. Мосса кастует по КД. Мратосин, отойди от меня. Он АФК стоит. В смысле, вот крышнями машет. Типа, вот я на него смотрю. Сбежали сразу же, как встали. Может быть про другого человека. Вот, вот, только сейчас вот первый указ, вот второй указ. Походу мы про разные бревна говорим. Да смотри, тебя он стоит, блин, хилит. Очнись. В 10 метрах от тебя. Так он ни хера не кастовал, потому что он стоял и понимаю. Не, вот я просто не... я все это время стою, вот на него смотрю, потому что лежу трупиком. Мне нечего. Он руки машет вперед, как это не хилит. Понял. Понял вас. Хорошо. Вот они, главный любитель накрутить на рыбках. Я ничего не накручивал, оно само. Не подплывали просто ко мне. Ёбаный карасик. Вага, можно что-то сделать так, чтобы хилы на крэше не покажи, пожалуйста? Ну так там два сдохших просто хила было. Я что понимаю. Тебе подлинкануть хпс, чтобы ты понимал, кто хилил, кто не хилил. Ладно. Проблем. Сейчас буду делать рычаг на АФК постоянно. То уходит на АФК. Рядом ни хера не делает и говорят, да он хилит. Без предупреждения получает сразу же сотку. Просто надоело, я сейчас тоже могу встать, будете сами захилить, я не знаю. Меня вот только один человек предупреждал, что он может АФКшить. Других я этого не видел в личке у себя. Гуляем трэш дальше. Чек на АФК. Ну, молодцы какие.
А вы там решили вход для советов сюда чистить? Mm-hmm. Сейчас вайш убьем. Ну, подожди. Килы могут прибежать к Леотеросу и не хилить их больше. Тут все убито уже. А ты думаешь, как? Ну, они все же. Поставьте покушать. Я минут через 10 буду готов, если что. Ну как раз Леотерс убьет. Так, Кават в танке, ты в ретре. Кават на боссе, Блэккиллер на демоне. Сойдет. Он нам этот мелиха сдает. Чек на баф на пул. Нас не кормили. Ваша проблема. Если баф у нас нет, да, пока. Неликс стамин обнови. Народ, Думхаммер. Настя, чего не хватает? Вот так кладешь рыбку в гильдбанк, а потом говорят, это ваша проблема. Пока не рыба, не, мне вот вообще все равно. Тогда выплюнь, что ты жрать-то начнешь? Это, ну, вообще своя еда. Ладно. Чек на пул. Кстати, да, стоит рэп, спекнись в ММ. Так она, одна из двумя. Точно? Но вначале был вы. На люркере скорее был. В Суруе. Ну, перед пулом босса отматывал волну. Так. Ладно, сейчас. Выживание. Что-то не то. Спекнулся, готов? Сейчас, ман. Шаман, ну лучше там киньте, что ли.
БР ничего. Да, нет, не надо. Варга, приготовь боб, пожалуйста. Обязательно. Пью есть, по кому боб? Да не надо уже. Я пошутил. Зато ачивка. Опа, трение на ДК. Так, еще раз нажимайте, что там хотели. Бейте. Смело. Смело, да? Да. Нет, мой куришь, говорит. Индусский? Русский. Долорес бопа нету, что делать. Заходить на пала. Почему? Легко лечится, ебать. Почему ты еще не... Мне в ДЦ заходить. Опасность. Опасно. Второго не агрите. Потому что я сержант, ты чё, охуел? Рядовой сержант. Колосса добьёте, трэш не будет, шкаф тыкните. Долорес, уйди, ты меня убьёшь. Ой, я тебя не заметил. ДЦ? Вага. Да, конечно.
Усилки скидываем. Не идем хаем сегодня. Да, у нас танк сегодня не будет, так что либо позже пойдем, либо не пойдем сегодня. Ушел, убил, ой, не заметил, ушел. Не, я просто не заметил. Не, там большой ходит, просто большой. Я отхожу, типа, бью, отхожу, бьет. Смотри, кто напротив тебя стоит. Можешь встать на моем трупе, Долорус? А ты просто зеленая была, тут как раз у меня дальтонизм, короче, и я тебя не заметил. Хавер, это кто? Какой-то новый вар. Не знаю. Духамер, ты кто? Рафик. Шкаф, сумо на Албрила, шустрее. Он из отряда пива. Сейчас пройдем. В двух рейдах. Два рейда, Кирс, потом вся. Можно записаться с собой. У нас Неликс, потом... Хеллхейн. Либо Анкил, кто-то из них собирать хат, потом Шторм. А с собой можно записаться, да, после Фусиал? Не знаю, посмотрим. Давай они там соберут вначале все. Это типа не быстро все равно. Надо миликом собирать. А тут Джайна все равно не убиваем, а Лича убиваем. Это милики такой себе класс. Сейчас я кого-то кикну из рейда. Ты просто совой не полутаешь за Джайна Итамку, потому что ты ее не убьешь. Он опасный, да, не подходить? Опасный, да. Не спрятался. Okay. Блять, не сагри только там. Вак, надо минут 5. У меня тут травма производственная. Иди, пожалуйста. Иди. Протектор. Совинный защитник. Покровитель сов. Что там? Кто сролит БУЕшку, воронку, с трэша или с босса, тому я начислю число ГП по ее стоимости на аукционе. Это сколько? Это 5000? Да. 5460 у меня дом пишет. Хуёво. Можно сейчас вспомнить первую воронку с пустоты к проданной науке, это там 128 тысяч. Это было давно. Камаро, меня это заебывает каждый рейд анонсить одно и то же. Постоянно. Народ лута небольшого справа.
повезло. Кирошишка, упади мне в руки. Тебе нужна кирошишка? Чисто для коллекции. Ужас, у человека нехватка шишек, надо ему помочь. Не могу. Шишку ему в бухту. Ты мне ноги его напомни. Весь ядерный потенциал мне куда? Вы там со спидозными разобрались? Можно? Да. Кстати, ролик делал на эту тему. Там что-то было про Ульдуат. После этого пака постоите, давайте рисуем. Да ты так делаешь? Кажется, ты что-то хочешь предъявить. Или нет? Чё, большого-то будете пулить? Там резают. Там, видишь, людей резают. Сказал. Все нормально, извините, что отошел. Понял, я уже понимаю, что ты говоришь. Это что? Нормальный. Слава Господу. Нормальный. Кому какой фильм из серии про людей Икс больше всего понравился? Ну, пока кто-то такой не смотрит. Какой? Начало Росомаха. А что это такое? Я его один раз видел, по-моему. Это где он, короче, про него историю показывает, когда у него еще когти были костяные такие, да? Не железные. Да. Фильм не знаю, игрушка на Сеге прикольная была. Так на компе тоже прикольная. Смотрел Логан тоже один раз. Ну там типа старый. Передвигается с профессором. Там, кстати, профессор какой был, молодой или старый тоже?
Там профессора не было в начале вообще. А потом уже был или кто там? Тут дни минувшего будущего и первый класс. Под первый класс не помню, смотрел или нет. Дни будущего этого смотрел. Нормально. Потом еще про апокалипсис. Вот, посмотрел два дня назад. Да, прикольно. Такой на разок на самом деле. Да. Ну, первый раз смотрел нормально. Вообще, честно, первая часть самая вот 2000-х годов, самая такая крутая. Ну да. Ностальгия. Лови. Там точно не станет, идут все. Манитишь, Муратосина. Что здесь пил? В ретрике или в танке? В танке. Три танка. Коват, Блэк и ты пил. Чек на АФК. Крестить пальчики. А зачем суманить? Блэк, значит, ты танчишь около колонны Приста, потом заберешь Ханта. Коват, танчишь в начале босса вместе с Хантом. Пью, соответственно, где красная метка, там ты танчишь шамана. Кирс, ты хилишь, соответственно, пью. Никто саппорты не берет и никто их не пьет. ЗД фласками убивается босс. Знаком?